Трубка ТЛВ. Электроизоляционные трубки марки ТЛВ представляют собой пропитанные электроизоляционным лаком хлопчатобумажные шнур-чулки. Трубки применяются для изоляции проводов электротехнических и радиотехнических изделий, работающих при постоянном и переменном напряжении до 660 вольт частоты 50 Гц. Температурный диапазон использования трубок от минус 50 до плюс 105 градусов. Необходимый размер и его стоимость вы можете уточнить в отделе продаж. Компания «Стандарт Комплект» предоставляет широкий ассортимент товаров, с которым можно ознакомиться на сайте компании. Ссылка находится в описании.